Всем привет! Сегодня буду рыбачить на Куреневском карьерном озере. Я уже больше месяца живу в этом районе, но только недавно посетил этот водоем, находящийся неподалеку от моего места пребывания. И как оказалось, совершенно напрасно, что я раньше обходил его вниманием. К озеру подходит всего одна нормальная дорога. С одной стороны крутой склон, а с другой троллейбусное депо. Поэтому найти его весьма проблематично. Со спиннингом я здесь второй раз. На днях приходил сюда вечером, поймал одного судачка и двух окуней. Времени для полноценной рыбалки тогда было мало. Решил сходить с утра, в другой день. Посмотрим, что сегодня здесь удастся поймать. Начну с микроджига. Чебурашка 1 грамм. И копия ларвы от Select. Ну а там будем уже экспериментировать. Вот первый окунь. Сорвался, к сожалению. Он здесь такого темного цвета. Почти черный. Так, вот такую вот поставлю приманочку. Клев, мягко говоря, так себе. А вот и судак. Вот объясните мне, как в таком водоеме с небольшими глубинами, считающимся нечистым, живет судак? Непонятно. Ну все, начинаем мормышить. Сейчас уж точно вся рыба моя. Есть. Что это? О, ноу. И тут бычок. Да, богатая ихтиофауна в этом озере. Эти бычки, по-моему, везде живут. Ох ты. Что это? Что это? Судак еще один. О. Ну, с мормышкой пошло дело. Thank you.
Прикольно. Чё на одном месте стоять? Надо по берегу прогуляться вокруг озера. Говорят, там столбик есть. Вот там вот, среди камышей заходят, спиннинги кидают. Вот, бля, опять желтый мух этот. Не, ну здоровые, мелкие, где-то, ну и нафиг, бля, это не страшная, бля, а вот это, он что-то есть, что-то, окуневка. А вот там вот, бля, так, караси, бля, ну такие, бля, серьезные. А судачков таких вот под килограмм, ну, примерно вот такого размера, ну, сколько он, под килограмм будет. Ну, плюс-минус. Он на той белой, сам лично видел, где, что... Он там-то? Да. Ну, я там и ловил. Там, где белая выноска. Он оттуда ловил, поймал. О. Опять такая же шпингалетина. Да я все равно не ем рыбу, мне так. А для развлечения. Да, для интереса. Чё. Сейчас еще минут пять вот так откидаю и пойду. Да не мешайте вы мне. О, 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 еще один. Есть? Да, тут окуни. Два мне его. Я бы вот этих троих уже, блин, на сковородке зажарил. Честно говоря, бля, это уже легкий завтрак назывался. Так, вот обычно здесь все рыбаки сидят. Пару раз кину так. Нет, я на мормышку. На окуня. Блок ведешь? А, ну да. Она все
смотря где рыбачу, кого ловлю, если здесь нету большой рыбы, смысл тут? А тут правда есть сом? Да? А как они тут все уживаются? А судаки, сомы, караси? Ну ладно, думаю, на этом можно сегодняшнюю рыбалку завершить. Изучил Куреневское озеро. Установил, что в нем достоверно водится окунь, судак и бычок. Также по сообщениям местных рыболовов есть карась, карп, плотва, красноперка, сом и даже толстолобик. А вообще может быть все что угодно. Буду продолжать осваивать водоемы Киева. Так что подписывайтесь на мой канал и не пропустите следующее видео. Ну все, всем пока. До новых встреч.